Україна створила, і зараз я це стверджую абсолютно свідомо і відповідально, одну із найбільш боєздатних армій на континенті. Діло в тому, що лінія фронту батальйону 20 кілометрів. Людей нету. Держать такое расстояние между блокпостами очень большое, цифру не буду называть. Обойти это очень-очень легко и просто. Я тебе говорю, чтобы уничтожить этот блокпост, где нет нормального офицера, нет нормальной организации, нет нормального командования, дайте мне, пожалуйста, одно отделение обученных солдат. Мне полчаса работы, этого блокпоста не будет. Кожен має побачити, що Україна має абсолютно нову, іншу, боєздатну, з високим бойовим духом, патріотичну, професійну армію, одну із найсильніших армій на континенті. Дайте нам техніку, дайте нам можливість роботи. У нас перемір'я. Вчора утюжили снайпера. Лично в мене стріляв снайпер. Оптика у нього прекрасна, чудесна, ну стрілок він хреновий. Судя по вистрілу, я це определив. Не стріляти, не відкривати вогонь. Я не мясо, я ложил на эти приказы. Если кто-то умный, пускай приедет и здесь посидит. Или мне расскажет тактику наступления. Армия наша будет мобильной, армия наша будет дуже эффективной, с высокоточным и сучасным озброєнням. Когда разговариваешь с полковником, говоришь, мы наступающие войска, да, мы наступающие. Говорю, а вы знаете, что во всем мире наступающие войска несут 3 раза больше потерь, чем обороняющиеся. Он на меня клипает. Так что это за офицер? За выслугу лет, я считаю, что звания звездочки должны получать за профессионализм, а не выслугу лет. Вот и все. На сьогоднішній день наша армія точно входить в п'ятірку найсильніших на континенті. Позиція пристріляна. Ми просимо не відійти, а поміняти позицію. Елементарна тактика. Должна бути запасна позиція. Нету. Даже обороняючий окоп вирубить неправильно. Нічого неправильно не зробили. По боку. Просим сменить позицию и нанести удар ответный. Или даже пойти зачесать. Нету техники, нету ничего. Я дуже пишаюся, що ці 2.5 роки ми створили такі збройні сили, які є найсильнішими в Європі. І я горжусь разом з усім українським народом такими збройними силами. И сидим. А зато вывозим пачками. Когда пацанов накрыли, я видел, как сюда собиралась скорая. 1 300-й был жив. 15 сюда езды, 5 минут. 15 минут они друг друга найти не могли. Это нормально? Через 40 минут приехала скорая. А выжив? Нет, 200-й. В конечном результате. Молодой пацан. Можем піти показати, де именно, що до чого. Тут без вопросов, потому что тут везде, всюду це все. Корито и побито, это все не мы, это по нам просто... Я считаю, что это ошибка командования. В организации элементарной нет, ничего нет. Он сидит с погонами, говорит, я офицер. Он для меня не офицер, для меня офицер это профессионал.